Волей и трудом советских людей меняется пейзаж ковыльной степи в Кустанайской области. Там, где в недрах скрыты богатейшие залежи железной руды, по решению 26-го съезда КПСС развернулось строительство Качарского горнообогатительного комбината. В сложных геологических условиях регулярно перевыполняются плановые задания по разработке и вывозке грунта. С первых дней стройки по ударному трудится на вскрышных работах экскаваторщик-коммунист Амангильды Тыныменбеков. Одновременно с будущим комбинатом растет в степи город Качар. Здесь для горняков возведены жилые дома со всеми удобствами. Продолжается сооружение комплекса культурно-бытовых зданий. Близится время, когда в районе Качарского месторождения будут добыты первые тонны высококачественной железной руды.